Летняя оздоровительная кампания 2021 в разгаре. В лагерях различного типа заполняемость первой смены составляет 75%. Такие ограничения введены из-за пандемии COVID-19. Однако все действующие организации, а их на территории области 859, работают в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Требования достаточно жесткие к организованному отдыху. При этом часть лагерей у нас продолжает функционировать в обсервационном режиме, но в этом году есть вариант и еженедельного тестирования работников. В этом году правительство страны приняло меры поддержки родителей с детьми и ввело так называемый туристический кэшбэк. Практически все организации детского отдыха, которые будут функционировать у нас в области, а распространяется эта программа только на стационарные загородные лагеря, они в эту программу включились. По факту завершения пребывания ребенка в детском лагере родитель сможет подать заявление через портал государственных услуг, приложив все необходимые документы для возмещения. Это договор с лагерем и подтверждающие документы. Кроме того, необходимо будет также указать реквизиты карты МИР. В каждом лагере смены по длительности разные – 7, 14 и 21 день. Большое внимание уделяется не только эпидемиологической безопасности, но и вопросам охраны оздоровительных учреждений. Кнопки тревожной сигнализации, они проверены, реагируют на них, приезжает группа быстрого реагирования. Значит, сотрудники прошли подготовку необходимую. В текущем году организованными формами отдыха планируется охватить более 70 тысяч детей. На эти цели выделено свыше 500 миллионов рублей.